без представления команды, потому что я понимаю, что время начать. И у нас играет коллектив Falcon. Интересно, против Incendio Supermassive. Вот они уже встречались ведь. Да, и Incendio Supremacy с большим удовольствием и на скилле, но в первую очередь по драфту, переиграли своих соперников. Очень странный пик от Falcon была Иритейл, которая ничего не смогла сделать во время игры, и еще один лейтовый персонаж, который тоже себя не проявил. Поэтому сейчас Фальконам очень важно не ошибиться на драфте. Напоминаю, что командам помимо победы также еще важно, за какое время они эту победу одержат. Поэтому с большой вероятностью мы будем видеть стартовые пики с обеих сторон. Я бы на это не стал ориентироваться, потому что все-таки, ну скажем так, ты настолько менять свою игру и пытаться давить, вот ориентироваться на таймер, это не самая хорошая идея, с моей точки зрения. Надо сыграть свою спокойную игру в своем темпе, никуда не торопиться. Если у вас есть тактики на быстрый, скажем, старт, да, закончить первую половину, да, наверное, стоит их использовать. Если нет, тебе сейчас некомфортно, ты не хочешь этого, то просто отыграть свою игру спокойно, уверенно и, ну, не знаю, просто продемонстрировать свой уровень. Просто Фальконы сейчас, вот я представляю, в состоянии команды Incendio, что только что Фальконы обыграли чемпионов, и они такие, ого, они теперь против нас, что с ними делать? Ну, а Фальконы и Incendio выиграли свои игры именно за счет стартовых пиков, поэтому ожидать того, что они прям резко что-то поменяют и перейдут в лейт или даже в мид, это маловероятно. По драфтам. Минус Валентина, минус Фанни, минус Кэрри. А также отсутствует в игре Глу и Ван-Ван. Я думаю, что Ив может тоже подбанить сейчас. Или, кстати, Джо еще остается. Да, наверное, Джо Ван уйдет. Джо играл. Да, ну тогда да, убирает Джо и забирает Ив, а Валентина в бане. Я бы сказал, что как будто бы преимущество у Incendio. Да, похоже, что именно так и будет. Да, Джо все-таки уходит в бан. Потому что обычно, ну, классный размен, когда есть Кэрри какая-то, Валентина, еще кто-то, да, Глу тот же. А здесь... Очень интересно. Ну, Фашу должны забирать, по идее, да, как такого самого популярного мага. Третьего самого популярного мага, если сейчас забирает их, как ответ будет Фаша. Хотя, с другой стороны, можно ее забрать чуть попозже. Главное, чтобы до второй стадии банов не дотянуть. Ну, у нас нет какого-то вот персонажа, которого постоянно выбрали первым вот после этих бан-пиков. Очень много вариантов именно по тому, кого выбрать. Конечно. Поэтому все игроки... как бы постоянно рассматривают. Ну, а вот только Ив, да-да-да, Ив, что ты да. забыл о том, что... Беатрис, не удивлюсь, опять же, если появится Беатрис плюс кто-то или что-то. Кай, опять же, доступен. Вполне вероятно, что через Кайрю что-то сыграют. Ну, сейчас посмотрим на решение команды Falcon. А, возможно, они опять нас удивят, знаешь, и, возможно, это будет опять Наташа или что-то похожее. Ну, им надо бы удивлять, конечно. Но, с другой стороны, открывать все свои карты рановато на этом этапе. Я не понимаю на first pick персонажа. Лапу-лапу, они не хотят туркам отдавать. Они думают, что Alien хорошо на нем отыграет, потому что Alien очень сильный эксплейнер. И хотят взять персонажа, который заставит Alien'а ослабить свое давление именно там. Именно на XP. Клауда, мы видим, выбирает себе Кен. Вот так вот. Необычно, немножечко необычно для Фальконов. Каким образом сейчас отвечать на это игрокам из команды Турции? Ну, с большой вероятностью, кстати, мы Гроку видим против Клауда. Любят турки выбирать именно этого персонажа. Да, здесь опять же, скорее всего, лесной Фредерин появляется. И еще один пик мы ожидаем от Саншайна. Ну, или от его команды, кто там уж драфтит. Это другой вопрос. Посмотрим на выбор. Это Кая все-таки. Это Кая получается... Ну, тут много вариантов, куда Кая пойдет. Он на X может пойти, и Ро может пойти. И, как мы видели, даже в лес может пойти Кая, если отыгрывать на нем эффективно. Это может даже приводить к хорошим-хорошим результатам. Последний пик первой стадии для команды Falcon. Я бы забирал Фашу на их месте, иначе она улетит бан, скорее всего. Если они хотят ее взять, лучше сделать это сейчас. Потому что кроме Фаши, ну, опять же, так много, наверное, персонажей остается, которыми часто играют, скажем, на М4. На Луи, как вариант еще запасной. Но... Фарамис еще, кстати, есть. Который, Фарамис, мы забыли. Кстати, да, есть. Фарамис есть. Да, ну, с большой вероятностью Фарамис как раз... Нет, это Фаша. Ну, Фаша, Фаша прям под дамаг, под контроль, она всегда хороша, она всегда интересна. Поэтому есть команды, которые прямо приоритет отдают Фарамису. Есть команды, которые отдают приоритет вот этому огромному урону плюс контролю от Фаши. И... Бантеризла будет? Бантеризла...
вполне. Вполне вероятен. Бенедетту я бы банил вероятен. Однозначно. А, ну Беня и Ризла, вот как будто бы неплохой бан. Но нет, они от Лесли избавляются. Ну, видимо, Клауду некомфортно против Лесли стоять, другой причины я не вижу. Ну, а с другой стороны, Бенедетту куда, куда она, в лес пойдет? Нет, в лес она уже не пойдет. А, Фальконов, самим забрать? Фальконов, да. Фальконов? Да, уже такое спорно. Лолиту хотя, убрали. Ну, это побольше, да, минус Лолита. И-и-и. Атлас Диги, может быть, сыграет связочка. Как будто бы Атлас неплохо выглядит в команде Фалькон. Да, ну, в принципе, в какой-то степени. Нет? Да, можно, можно да. попробовать. Но, с другой стороны, Ив, если будет успевать ульту ставить, там небольшая проблема. Ну, банишь Диги и влетаешь Атласом. Вот сейчас забираешь его. Ну-ка, посмотрим, будет работать. Да, конечно, ну, Сереж, они же механически играют хорошо, они будут расходиться. Это сложно сделать. Ну, это понятно, но просто как опция. Нет, это Натан. Это не Натан, это Эймон, по-моему. Да, ой, Эймон, да, прошу прощения. Эймон. Все, о Натане поговорили сегодня. Да, я тоже думаю, вроде не похож, да. Эймона мы один раз видели. Было достаточно неплохо, достаточно эффективно. Команда с ним победила. Да, и во многом именно Эймон и являлся причиной той безоговорочной победы. Последний бан от команды Турции. Сыграют ли они сейчас по. Ну, персонажем, да, это Грок как раз, чтобы... Это Грок. Хотя могли бы, в принципе, себе рассмотреть, но с другой стороны, тогда вообще было бы непонятно. Три перса, которые могут идти на разные роли постоянно. Ну что ж, под Клауда Грок-то хорошо заходит, под Фашу тоже. Сильный слишком был бы старт, для, конечно, для игроков, в принципе, Мьянмы, чемпионов Мьянмы. Еще вполне вероятен, кстати, Акай здесь, как лесник. Почему бы и нет? Или почему бы и да, в частности? Пока не в бане, Акай доступен и выглядит как будто бы неплохим вариантом. Ну, особенно если хорошая Акай будет прикручивать, то прям... Ну, вполне возможно, да. Вполне возможно. Это Мартис, конечно же, Мартис. Они же выиграли с Мартисом, почему бы им не взять этого персонажа снова? Если что-то работает, вполне можно взять именно его еще раз. Ну и по поводу роумера здесь огромное количество вариантов, поэтому гадать по поводу выбора команды Фалькон не стоит. А вот здесь как раз стоит как раз подзадуматься, а что же там будет у Инсендио, да? Потому что лесник у них теоретически есть, опять же, роумер есть, маг есть, нужно как-то по лайнам разойтись. Кто будет хорош против Клауда, это Клин, считают они, и нужен какой-то экспавик, это как вариант Теризла, опять же, если он, конечно, будет успевать за темпом. Сейчас посмотрим, кто на какую линию все-таки пойдет, потому что есть там варианты. Или на... Это Хейбуса в лес. А Фредерин пойдет на лайн все-таки. Вот так вот. Ну, перехитрили где-то. Где-то перехитрили, наверное. Сейчас, ну, не то, что сложный выбор, просто взять хорошего роумера. Но здесь хороший роумер с контролем, и у Фалькона прям очень-очень хороший пик становится сразу же. У Фалькона вообще контроля маловато, по факту. У них антиконтроль есть, да, вот самого контроля как бы немного. Но решат, я думаю, они этот вопрос максимально быстро. Последний пик все-таки именно роумера, и на роумерах в большинстве случаев самое большое количество контроля в игре. И это Атлас. Атлас. Да! О да! Я был прав! Как же это приятно, черт возьми. Все-таки постараются его реализовать. Да, действительно, будет тяжело попасть по Хейбусе. Но с другой стороны, Клинт, Фредрин, Кая, почему нет? Вполне реально. Ну, они выбрали таких, не сказать, чтобы прям супермобильных персонажей. Атлас, безусловно, в таких ситуациях может это сделать. Но есть же Кая, который может все эти попытки как бы нивелировать. Но посмотрим, в общем, очень интересно, как это все будет. Посмотрим, как аудитория сейчас какие предикты делает. Потому что очень интересно, как поменялось мнение зрителей после таких выдающихся катока от обеих команд. Да, я думаю, мнение зрителей, в принципе, никак не поменялось, потому что, ну, они верны своей команде, они верны своим предиктам, и, в принципе, как топили, так и будет топить. Ведь хороший болельщик, он независимо от результатов команды, всегда его поддерживает, так, правильно? Поэтому... Так это же у нас не боление, у нас же по большей части предсказание, кто выиграет. Итак, окей, предиктов по зрителям мы получаем информацию, что пока не будет, но зато однозначно будет игра, за которой стоит посмотреть. Начинается чемпионы Турции против чемпионов Мьянмы. Ну, игра, опять же, неожиданная, понимаешь, и поэтому статистику собрать по зрителям достаточно проблематично. Это надо открывать голосование, а времени очень мало, поэтому
наверное, она будет неактуальна, если она будет. Поэтому решили обойтись без нее. Я считаю, что это решение абсолютно правильное. Ну, я, как я и сказал раньше, что команды уже, конечно, подустали, и нужно тоже им дать немножко, как можно больше возможностей для того, чтобы пораньше закончить эту игру. Все устали. Все ну, не устали. Знаю, они три игры сыграли, что там уставать-то? Итак, начинается файт у нас, Alien. Джастин заходит слишком далеко, его попытались поймать, но доиграть по нему не получается. Зато скачочек выбили. Слушай, ну, серьезно, две игры, я не думаю, что... это не так работает. А понимаешь, когда ты играешь в команде, тебе говорят приезжать на площадку к 10, пока тебя там проведут, пока тебе грим, пока ты растренируешься, пока ты разыграешься, ты приезжаешь туда очень рано. Ладно, ребята, давай, давай об этом попозже договорим, потому что да. Сейчас у нас игра самое главное, что у нас будет на топ-лейне. Посмотри, достаточно агрессивно Фалькон играет. Как тебе их игра? Ну, посмотрим, посмотрим, к чему приведет. Они, конечно, сейчас воодушевлены, тем более они пытаются реализовать, ну, как-то вот задушить на старте. Хотя Кен, вот это Мартинс, да, против него на старте играть, наверное, ты не очень хочешь. Абсолютно. Они этого как будто не боятся, то есть им как будто все равно, и пока вот показывают достаточно агрессивный, аккуратный стиль, скажем так. Они заходят далеко, но файты все-таки избегают, пытаются выманить соперника, потянуть время какое-то. Вот Апекс прямо перед носом у Мартиса ходит и, ну, постоянно показывает его как минимум, да, это тоже неприятно. Да, лапу-лапу у нас сейчас будет попробовать играть Порфегрину. Фаша нестандартно сейчас ганкает именно на топ, а не какой-то другой лейн. Но она хочет четвертый уровень получить именно за счет того, что на топе будет. А Атлас со своей стороны именно на мидлейне получит четверку сейчас. Типикс очень спокойно стоит, аккуратненько прям понимает, что против Плинта, наверное, ему соревноваться все-таки не стоит. У Плинта сейчас урон на стартовом этапе побольше. Пока будет. Ну и черепаха. Кен пытается ее побить с самого начала. Вот, но отпускает все-таки черепаху, придется здесь отойти и контролит уже команда Incentive. Мы видим, что все четыре игрока команда имеет четвертый уровень. На бот-лейне попытался Клейбус сейчас зайти, но Клауд очень хорошо отыграл. А вот на Омеха совсем нет КП, он перекидывает сейчас Апекса, забирает Мартиса черепаху и похоже, что еще и Апекса убьет. Да, минус Кая. Интересно, но вспышку обязан был потратить Атлас и, соответственно, просто дал контроль. Ну, чтобы не умереть, да, скажем так. А получилось и хорошее дело сделал, скажем так, и преимущество получает команда Falcon прямо с первой минуты. Синий баф-то, между прочим, здесь... кто забрал? Ты знаешь, это Ив забрала синий баф сейчас у Мартиса. Вот так вот он ждал игрок на Ив. И потом грамотным кастом все-таки смог выбить важный. Ну, неплохо, баф. Неплохо. А дефал свое, скажем так, не отдал, да? Опять же, когда в команде Атлас, все зависит буквально от одного-двух летов, да? Если хорошая реализация, ты даже отставал, то можно игру, в принципе, перевернуть с ног на голову. Возможно, здесь будет такая же ситуация. Возможно, Атлас все-таки не реализуется. Реализовать его тоже не самая простая задача. Да, не сложно. Опа, похоебуси, не побоялись, стерли. Поймали этот момент. А нет, подожди, не поймали, он ульту все-таки успел уйти. Ой-ой-ой-ой, красота какая, привязали Атласа, по Атласу идет атака, закрыли Атласа здесь. Опять же, Кен просто вгрызается в свою жертву. Еще одна ульта и побежал дальше за Апексом. Ну, его тоже вряд ли догонят. Ну, у него же нет кулданов, но тут он попробует зайти сейчас под Клауда, но понимает, что урона не хватит в таком формате. Ну, вот тебе и ответочка, пожалуйста, принимайте. Falcon, действительно молодцы. Тут справляется с таким вот стартовым давлением, хотя они и сами давят, можно сказать. Даже не знаю, чем закончится это противостояние, пока очень ровненько. Да, Хейбуса на подходе к топ-лейну, сейчас Элиан бьет крипов и старается как-то попушить эту линию побыстрее для того, чтобы попробовать подойти к черепахе раньше, чем соперник. Тинзе, вряд ли соперники знают, где он, Кен подходит, дает второй скилл, антиконтроль, Атлас подпрыгивает, Элиану приходится использовать скачок на промиссе, ульта Атлас ультует, Фаша ультует, забирает Фредрина, однако Апекс на Кае выживает. Начинает... Это битва вспышек. Да, начинает сейчас черепаху. Игрок команды Falcon, и рядом с ним находится Атлас. Ну, Ив, конечно, много делает, просто переворачивает, ставится ульта, сразу меняется расклад сил абсолютно на карте, и приходится давать вспышки, а у Атласа даже вспышка есть, и он ее просто так не теряет. Тут еще и золото практически все заберет, да почему практически, еще и башню можно туда же отправить, и это усиление преимущества для команды Falcon. Опа, тут привезли Наоми. Наоми бежит, но против Хейбуса деться некуда. Тенями попадает. И башня в ответ. Башня в ответ. Это очень хорошее начинание, но здесь еще одно действие по башне, правда, со стороны команды Турции. Выход под Клауда. Знает ли, где он находится? Да, находит его. Но Клауд прыгает вперед, ультует, забирая крипов. Но Тенца его забирает максимально быстро. И еще минус Т1 со стороны турков. Очень-очень круто.
Да, хороший ответ. Они прям, знаешь, прошлись так через центральный коридор, зашли на бот, и как будто бы не ожидал этого команда Falcon такой дерзкого такого поступка, но пока у них это получается. И получается очень-очень даже неплохо. Турция верна своей стратегии давления в самом начале и игры по объектам. Но Хейбусы с их стороны, конечно, очень хорош. Да, это факт. Факт остается фактом. Но здесь, конечно, битва двух бессмертных. Это, опять же, Ален против Yellow Flash'а. Тяжеловато им друг с другом разбираться, нужна помощь. Но, правда, вот по Фредерину уже прилетело пару плюх, там Паша расписалась у него, скажем так, на спине. Но на центре очень аккуратная ситуация. Засада готовится от Альконов. Сейчас видно уже, что рядом находится Клауд, поэтому их агрессировать не будет. Тут еще и Керн подошел, но у них тоже, конечно, слишком много. Но не боится Роза, решил еще тычку отправить своему сопернику. И концентрация сил Фальконов. Теперь около бота полетели в Апекса. В одного ульта, ну ладно, не жалко. Три ульти одновременно в него, вот не пожалели вообще, абсолютно, ты прав. Блокадом будет, да. Да, Клауд забирает сейчас бот-лейн полностью, на топ-лейне у нас противостояние двух игроков, но оно ничем не заканчивается, кроме того, что сейчас подойдет Хейбуса и, может быть, сыграет по Yellow Flash'у, но урона-то не хватит, не должно хватать у него. Защиты башни, конечно, нет, минус 15% урона не будет, но отпрыгивает Хейбуса, кстати, от ульты лапу-лапу и таким образом не теряет вообще никаких хп. Вот опасный день. Разбайтели, мне кажется, специально прекрасно понимали, что происходит. Здесь прям концентрация игроков, от Клауда урона пока нет, Тензи. Ой, как он увернулся от ульты Фаши, но дай уходят, подцепили еще одного, минус Фаша, и продолжение будет ли, Атлас теряет достаточно большое количество хп, минус, ой, минус Хейбуса, ульта от Атласа, ее все-таки не будет, потому что прожал он вспышку, по Керну идет атака, от него уходит, его держат, его пытаются поймать, но это не всегда успешно может закончиться, замедление, скоро еще и Фредерин откатится, нет, все-таки Керн уходит. А тем временем лапу-лапу забрал Ив, которая умерла под своей башней на мидлейне. Размен в пользу красной команды. Пока да. Пока да. Ну, кстати, вот Yellow Flash'а можно было поймать, в теории. Ну, там кнопки видно. Пока да, да. Урона не хватит, просто нет урона. Не хватит. Плюс Фредерину, да. Показывает нам оптимизацию. Уже два предмета готовы на Фредерине и чувствует себя достаточно уверенно относительно своих соперников. Забрать его теперь будет очень сложно. Да, это тоже факт. Засада здесь формируется от Incendio. Ну, проверяет Кен. Опять же, на антиконтроль. Тут же вылетает Атлас. В одного ульту можно и прожать. Перекидывает Фредерин. Но Фредерин только этому рад. И он, конечно, его сотрут. Ну что дальше? Привозит здесь Апекс. Но улетает и Клауд. Все-таки не хватает немножко контроля. А именно продолжение урона по этому контролю. Так Клауда можно было бы забирать. Да, я говорю, что забрать сложно. Но когда в тебя влетают 4 ульты одновременно, то оказывается, что не такие уж это и проблемы. А вот проблема только с выживанием остается. Тем временем Хейбуса фармил ботлейн. Он прямо акцентированно играет на увеличение своей голды, не так часто принимая участие в файтах. Такая парадоксальная ситуация. Маскировка прожимается, еще одного могут забрать. Сейчас Роза отсюда никуда не убегает. Ультимейт или просто даже через танчик забирает еще одного игрока. Ну вот тебе Атлас, пожалуйста. Тяжело реализовать, но ребята знают, что делают. А получается, что ребята из команды Falcon вроде кучу кнопок отдают в одну цель. Пускай там Фредерин, ульта Атлас, ульта Паши сверху накрывает. Там Клауд влетает, Мартис. Но у тебя вроде остается четверо, и тебе драться как бы не хочется. А с другой стороны, и соперник думает, ну, вроде кнопки отдали, вроде подраться бы, но у тебя одного нету. Вот они и расходятся. Да, Элиан использует свои касты. Кстати, мы видим, что не Элиан, Джастин, он автокаст делает на Фаше, потому что у него каст прям под него улетел мгновенно. Это значит, что вот так вот. Но довольно интересное решение. Итак, мы видим, что сейчас... Ой, как хорошо, Ив кастует в кусты. Наоми без хп, Фредерин вылезает вперед. Нужна какая-то поддержка. We have replay. Саншайн, познавай, поставь Хай, используй в маркете. Однако Хейбус улетует со своей стороны, минус игрок команды Falcon. Хай еще живет, но его перекидывает ульта от Клауда. Клауд перекидывает дальше, минус джангер команды команды Incendio, и файт заканчивается 2-3 в пользу команды Falcon. Ну сильно, вот эти глобальные ультимейты, они все-таки, скажем так, вносят свои коррективы у команды Falcon, да, и причем они их не боятся отдавать в одну цель. Пускай там один цель, Фаша готова ультимейт отдать, лишь бы забрать. Тут все четко. Хейбус, конечно, поверил в себя, влетел слишком далеко. Но его очень хорошо поймали именно на контрмерах. Но такие ульты их на самом деле могут наказывать. Вот тут вот прям слишком хорошо. Дело в том, что Атлас очень сильно мешает Хейбусе, он раздваивается, его Хейбусу урон уменьшается с ума.
Да, вообще отлично получается против него отыгрывать в данном случае. Тут битва за лорда, о, реплей, ты посмотрели, да, лорда пропустили, получается. У Лапу-Лапу ульта просто абсолютно в никуда, но он ее просто уже на всякий случай прожал, что если вдруг нападение, то он может ворваться. И лорд за командой Фалькон. Стоит дефаться коллективы Инсендио. Насколько они к этому готовы? Да, ну 10,5 минут игра уже идет. Не факт, что это будет самая быстрая игра. Но мы все знаем, что Blacklist, например, очень хорошо умеет защищаться. Однако вроде Фальконов им это не помогло. Вот сейчас, конечно, хорошо, что для Blacklist'ов, что у них есть время на то, чтобы подготовиться. Наверняка сейчас они проводят разбор прошлой игры с тренером и особенно пиков. Ну, как минимум, да. Там, в принципе, игру-то разбирать смысла нет. Наверное, просто драфты обсудить, а дальше там игроки сами понимают, где они ошибаются. Все-таки игроки высокого уровня. Атлас, конечно, основная проблема. Как-то нужно его здесь останавливать. Там Хаябуса понимает, что за ним выехали практически 5 человек. Появляется антифиз, кстати, на Клауде. Привязали здесь игрока и, скорее всего, будет забирать. Ну что, Yellow Flash уйдет? Да, с помощью ультимейта просто уходит, а вот Атлас уже влетает. Нет, Атлас тоже немножко не успел, и Ален также спасается. Ну, там у него осталось, видите, великолепная игра по теням. Но перекидывает Атлас через скачок и забирает лесника. И Клауд тут же использует свою ульту, ухватит ли им возможности для захода. Лорд погибает, Апекс на Кае припрыгивает через кусты, через стенку. Игра по Наоми на Атласе, но Атласа сложно забрать. Еще выбивает флеш из Клауда. Просто ни за что абсолютно, просто Клауд зачем-то зашел туда. Ну, Атлас еще умудряется не просто любые цели забирать, он забирает нужные цели. Он дважды забрал Хаябусу, да, пускай ульту от него отдает, но это очень хороший размен ульта Атласа на Хаябусу, потому что от Хаябуса действительно много проблем, много урона. Поэтому да. Тинзи сейчас ошибается. Ну, Атлас по-настоящему отлично отыгрывает. Пока что турецкая команда не может найти ему идеального противодействия. Показывает нам количество голды. 9000 на игроке команды на Лапу-Лапу. Вот забирает Кая. Очередная игра от Атласа, которая приводит к результативному киллу. Ну, то есть лучше вообще не выходить, потому что Атлас килл любого. Там его очень хорошо команда фоловит. Как только ульта, там всегда просто все накидываются, все кнопки отдают. Не жалко абсолютно. И игрока просто стирает. Ему даже если хотят помочь, ему не могут. Просто не успевает, потому что проходит, не знаю, 2 секунды. 2 секунды, и персонаж растворяется. И все, вы вчетвером. И без позиции. Ну, урона очень много в соло таргет максимально быстро. Ну, там и АУЕ урон-то есть, но когда у тебя перекидывают только одного, ты хочешь играть именно в того перса, который оказывается беззащитно в контроле. Ну, все устраивает абсолютно команду Фалькон. Они не форсируют события. 18 секунд ожидается лорды. Периодически загулявших игроков команды Инсендио они аннигилируют, отправляют купаться на фонтан. Ну, и так они и действуют. И каждый раз кто-то один находится у Инсендио. Вроде недалеко, но вроде один, и Атлас по нему может сыграть. Поэтому сейчас вот опять без позиции подходить к кустам, где лорд, просто страшно, потому что ты знаешь, что Атлас рядом. Мы видим, что лорд начинается со стороны команды красных. Янма очень-очень хочет забрать этот объект себе и, да, без всякого сопротивления забирает. Хаябуса немножко потерялся по карте, не хватает ему урона для того, чтобы пробивать вот эту вот мощь. И особенно сильно ему мешает Атлас, у которого разделение уменьшает урон на 50% по нему. Это практически в 2 раза снижает потенциал урона Хаябуса. Так и есть, так и есть. Ну что, сможет ли отдефиться команда Инсендио, пока остается все еще загадкой. Лорд идет, готовит линии ребята из Фалькон. Они будут стараться заходить на Т1. В принципе, есть ли у них чем заходить? Вот еще главный вопрос. Казалось бы, есть. Атлас может лететь всегда. Вспышка, опять же, имеется. По-моему, она сейчас уже не в КД. Там много времени прошло после файта. Поэтому все шансы на инициацию. Ну что ж, каким образом нужно будет все-таки действовать игрокам? С лордом подходит только одна линия, Фалькон не очень точно заходит, но и даже не пытается как-то доиграть. Но с другой стороны, турки там не дефают практически эту вышку, не отдают касты, может быть, они хотят подать что-то еще. Да. Хорошо подойти, посмотри, там Атлас, сейчас флик ульт и все, и трое сразу прилипло. Вот сейчас неплохая ситуация, но он ждет до последнего. Наоми, ульта от Фаши, ну просто озолил, чтобы забрать вышку. И, в принципе, результат достаточно удовлетворительный. Практически без боя они забрали 2 башни. Это очень сложная ситуация, потому что вот когда вышек нет, Атласу настоящее раздолье. Прям очень-очень хороший вариант. Здесь можно под последнюю вышку вряд ли они будут заходить. Скорее всего, они подождут следующего лорда и уже заставят соперников ошибиться. В то же время, как
красной, синей команде нужно что-то придумывать, искать какой-то килл, но слишком толстые пики. Вот сейчас хороший вариант. Пулапа улетает, Атлас, ульт от него будет ли? Нет, пока нет. Он не ультовал. Понял, что все разбежались, не стал. Ульта, а ты вставится, неплохая ответка возможна. Вспышка, вот тут сейчас перекинул. Минус два сразу, минус клинт, один из главных дамагеров. Но теряет и все-таки своих игроков, ребята, из фальконов. Но потеряли Клауда, забрали двоих. Теперь надо бежать, а там Чензи, нет, все-таки не добивает. Побоялся идти дальше. Ну, неплохо от Инсендио, но этого мало, очень мало. Как мы обратили внимание, Атлас при перекидывании Ив, которая стоит в ульте, не перекидывает ее, но только подкидывает. Она как бы подкидывает и ульту не теряет. Да, так бы был по троим, скажем так, ульта, а получилось перекинуть только двоих. Но там опять же и с разменами, потому что Клауду тоже досталось, он отъехал практически первый. Я вот не успел следить, жал ли он свою ульту, но судя по тому, что она у него не в КД, может быть, даже не успел. Ну, сейчас у него достаточно быстро она откатывается. Но в целом, да, я думаю, что не успел он нажать. 16 минут, это вряд ли будет самая быстрая игра из тех трех, которых нам предстоит увидеть. Ну, 16 минут уже она идет. Не бы сказал, что она очень быстрая, потому что очень хотят додавить фальконы, но они хотят делать это с ошибками. Они хотят сделать это аккуратно, на 100%, поэтому будут дожидаться лорда следующего. Сейчас должна уже занимать позиции для того, чтобы максимально эффективно его реализовать, желательно опять без боя, что у них пока делать получается. Вот он лорд и позиционочка занимается фальконами, ждут они Incendiary Supremacy, будут подходить или нет, но Кайбуса решил, что нужно пройти просто через мид, подпушить крипов, возможно, нет, он пытается найти какой-то килл сзади. Атлас увидел их каким-то образом, Хейбуса впрыгивает. Хейбуса с одним хп буквально использует заморозку. Сейчас Джастин на фаше улетает и находит Йензи. Но очень далеко фаша доходит, однако хватает урона, чтобы забрать скоро команда из Турции. Вылезает далеко Фредрин и должен умирать сейчас минус Элиан. Так давай, причем там уже Атлас полетел за следующими целями. Это, конечно, ошибка, причем грубая. Хейбуса хотел, наверное, исполнить что-то красивое, хотел влететь со спины, но его рассекретили, и поэтому трюк не удался. И там какие бы тени не было, как бы он не был хорош по скиллу, все-таки против пятерки не убежишь. Даже маскировку у него не пожалели. А падает еще лорд, достается он команде Фалькон, и они в целом в пятером сейчас против троих могут заходить. Ну, скорее всего, там четверо будет на деп успеть, да, но Алина в этой толпе точно не будет. Как и нет, в принципе, ульты у... А, нет, на уме есть ульта, все. Это можно реализовать, пожалуйста. Вот сейчас неплохо, ульта по двоим, просто шикарная работа. И вставит свой ультимейт. Атлас погибает, но если размены, минус клинт, это самое главное. И, в принципе, вчетвером против троих остаются ребята из команды Фалькон. Здесь Тинзи просто прогоняет обратно, но заход не удался. Не так эффективно. Но лорд-то еще идет. Да, с лордом можно и пробовать, но, конечно, без Наоми будет сложновато, Атласа-то уже нету. Элиан выходит вперед, использует скачок для того, чтобы отойти. А Апекс вылезает слишком далеко, минус Кая. Зипекс при этом отпрыгивает на Клауде, и Клауд живет, минус Фредрина, и это скорее... А не факт, что в трон-то будут смогут сыграть сейчас. Я бы сыграл в трон, почему? Сейчас можно Клауд это не сделать. Бьет трон, Клауд не бьет, все, переключается, заканчивает. Все-таки Фалькон побеждает в этой игре, очень важная игра. Посмотрите просто, вы посмотрите на эти эмоции. Уж не знаю, что это. Может быть, спортивная злость, может быть, просто радость такого характера, что они наконец-то обыграли. Это, получается, матч-реванш состоялся между коллективами, и все-таки они справились. Да, интересно, на кого кричал игрок? Он кричал на соперников или на кого-то, или кричал кому-то из своих о том, что очень хорошо получилось. Опять очень рад тренеру команды Зиньянмы. Важная победа, очень важная победа. Напоминаю, что в первом туре Фальконы проиграли своим оппонентам из-за Incendiary Supremacy. Это была такая первая сенсация этого турнира. Но сейчас статус-кво восстановлен, и Фальконы в этих доигровках между Blacklist International, Falcon и Incendiary Supremacy из Турции выиграли со счетом 1-0. All right, thank you. Значит, получается, что Фальконы обыграли абсолютно всех в своей группе. То есть пока это абсолютные лидеры. Я не знаю, то ли день для них сегодня удачный, то ли действительно они как-то сумели найти свой вайб. Знаешь, на этом вайбе стараются обыгрывать всех соперников с хорошим настроением, с полным пониманием и ощущением
Но они каждый раз, опять же, показывают что-то необычное. То есть до этого была Наташа, сейчас взяли Атласа. Они варьируют свои пики. Сколько are we gonna have the, all the post-match assets? Да, ну Атлас здесь идеально. Yes, зашел, yes, конечно, we have all the post-match assets and then 10-minute break. Вот, да, именно не рассчитали турки о том, что они берут немобильных последних персонажей, они взяли немобильных. И таким образом Клинт, например, который, да, очень сильно страдает, и плюс еще одного персонажа они взяли, который, ну, с Атласом ничего особо сделать не может. Особенно, когда Атлас бежит через инвиз. Поэтому великолепный выбор последнего персонажа от Фалькона. Прям май. Только гадать, что будет дальше, какие команды играют, и сколько вообще еще игр будет, потому что я опять запутался в этом всем. Но, в принципе, нам только вот недавно сообщили информацию, как будет отыгрываться. Да, все очень просто. Нам сообщат. Ну давай, что дальше? Давай, сейчас будут играть, сейчас остается Фальконам сыграть одну игру против Блэклист. Да. А Блэклист, соответственно, нужно сыграть против Фальконов и против турков. Все. По результатам этих игр мы смотрим. Если одна из команд выигрывает две игры, она сразу же проходит на самый верх, она занимает первое место в группе, и все. Если же все команды отыгрывают 1-1-1, то самый быстрый матч выводит команду как бы в полуфинал этой перегровки. Финал, точнее, этой перегровки. А две остальные команды играют самыми медленными матчами. Играют между собой. И после этого та команда, которая играет между собой и проигрывает, и выигрывает, точнее, она выходит к финал доигровки и играет еще один матч. Но, короче, если мы хотим быстрые катки, то нужно, чтобы одна из команд выиграла 2-0. Тогда все сразу будет ясно. А если же мы хотим еще больше матчей, то нужно, чтобы было 1-1-1. Вот так. Да, задача действительно непростая. Непростая, и что с этим делать, непонятно. Но так или иначе, остается просто наблюдать и наслаждаться in этими five, играми. Итак, four, что three, у нас тут интересно two, вообще по статистике? One. Ну, игра была достаточно равной, но как мы видим, что черепах, лордов и вышек, конечно, больше забрала команда Фалькон. Они все объекты забрали в количестве черепах и трех лордов. Три черепахи, три лорда. И это, конечно, о многом говорит. Я уверен, что Блэклист забанит Мартиса Фалькон. Вот после вот этого. Тут, на мой взгляд, однозначно. Хорошо слишком они отыгрывают на нем. С ним очень сложно конкурировать. И Фальконы именно после выбора этого персонажа обыгрывают своих основных конкурентов и соперников. Да, так оно и случилось. Наоми лучший Атлас. Игрок, насколько Five, я понимаю, four, это Атлас. Но действительно, он two, ключевым элементом был one. В команде Фалькон и сделал очень много. Работа его, да, one и вклад minute. Его сложно недооценить. Великолепная игра, хорошая инициация. И забавно то, что постоянно действительно отдавали абсолютно все ульты, но никакого фаллова со стороны турецкой команды не было. И так набивали фраги себе. Просто великолепно. Посмотрим, что за следующая игра нас ждет. Здесь, конечно, выше всяческих похвал. Фальконы пока вообще в своей группе удивляют, наверное, это, ну, не главное чудо, а просто главное удивление вообще того, что происходило в данной группе. И такого, конечно, ожидать, такое ожидать и число. Да, ну, они плюс Рука Акера, которая удивляет, но, безусловно, Тодок. Вот три команды, за которыми сейчас хочется следить, и которые наверняка все больше и больше находят отклика в сердцах болельщиков по всему миру, зарабатывают себе новых поклонников нарабатывают. Да, это уж точно. Там показывают чуть ли не середину игры. Вот здесь Скара просто Атлас подкинул. Ну, троих, да, но их стояло в ульте, поэтому по ней, конечно, ультимейт не сработал. Ну и дальше методичное давление привело к тому, что они все-таки закончили эту игру. Ив, конечно, делал очень многое. То есть, как только их стояло в ульту, игра переворачивалась в том плане, что шанс появлялся у команды Инцендио что-то изменить в этом файте. Без нее, конечно, было бы тяжеловато. Да, ну вот момент, когда очень мало хп у игроков красной команды, но посмотри, Кен лезет вперед, у него воскрешение есть, Клауд ультует, забирает крипов, чтобы его крипы дошли все-таки.